Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Еще пара доз восстановительной формулы, и ты полностью излечишься. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я б давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Это потрясающе! Вы позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловит, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. В общем, ты прав, тут полный улет. Буду в воскресенье. Буду паинькой. Люблю тебя. Так, согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс.
Это мой последний шанс. Теперь я хотя бы знаю, что тут кто-то был. Это в моем стиле. Мчаться на край света за какими-то слухами. Но кроме слухов у меня ничего нет. Нужно поспешить. Наконец-то! Хоть что-то не из камня. Это хороший знак или плохой? Сопротивление. Они должны быть здесь. Должны. Нет. А им успели первыми. Сюда добралось раньше. Эй! Тут была их база. Но где они сейчас? Может, успели уйти? Нет, кому-то точно удалось уйти. Они должны быть где-то рядом.
Надо искать дальше. Надо забраться повыше и посмотреть, где я. Не злись, Абу. Я просто решила размять руки. Родители пришли бы в ужас, узная они, где я. Да я сама в ужасе. С ума сойти. Химера. А я нашла их. Глазам своим не верю. Где же еще быть сопротивлением? Ах!
заключение, я бы хотел лично извиниться перед американскими гражданами. Хотя тогда должна быть охрана или вроде того. Свет, кто-то там есть. Ой, внизу был реактор. Скорее уж надо наверх. Ого, наверное, я уже у цели. Вот это да! Капитанский мостик! Но куда все делись? Вот, это точно штаб-квартира сопротивления. Тут точно спали люди. Но как давно? Может, это те дроны АИМ их спугнули? Как-то тут пыльно. Не, они точно где-то здесь. Эй!
Возможно, они спрятались в жилом отсеке и застряли там из-за отключившегося электричества. Надо подключить питание. Может, здесь есть переключатель или кнопка? Вернуться. Так, вот теперь мне страшно. Значит, что-то другое их спугнуло. Похоже, старушка разваливается. Ого, это то, о чем я думаю? О, почему он здесь? Ты был прав, Кэп. Терриген – мощная штука. Кто здесь? Послушайте, мне нужна ваша помощь! Нет, нет! Что вы делаете?
Смотрите! Не трогайте меня! Я не хотела, я не... Пощадите, 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 пощадите. Надо выбираться. Мисс Романов, вы хотите сказать, что вы вторая по старшинству в Мстителях? Нет. Полагаю, вы не можете сказать, кто в отсутствии капитана Роджерса будет говорить от лица Мстителей. У нас никогда не было чё... Вот почему сопротивление сбежало. Одной сломанной дверью больше, одной меньше. Никто и не заметит. Надо придумать, как добраться до мостика. Халк уже должен был превратиться в доктора Бэннера. Помощи не дождешься. Да что может случиться, если нажать на красную кнопку? Если Халк вернется, мне конец. Ого, здесь раньше был ангар. Почти на месте. Тихо, Камала. Просто доберись до верхней палубы и не дай оторвать себе голову.
Интересно, эти кнопки еще работают? Жму кнопки, двигаю платформы. Все ясно. Главное – двигаться. Что это? О, распределительный щит. Так. И вуаля! Теперь кнопка работает. Я смогу выбраться отсюда.
вот и выход. Никаких следов сопротивления. Наверное, Халк их спугнул. Мне надо как-то спуститься. Ну и что теперь делать с записью? Задержать цель! Камалбакхан! Уровень груза! Захвати цель живой! Ты что, следил за мной? Это так стрёмно! Цель наступает! Уровень груза за руль! Ответная реакция! Я не против!
Эй, что вы делаете? О, тише, тише, тише. Все хорошо. Я хочу убедиться, что ты в порядке. Нет, нельзя же вот так брать кровь, у кого вздумается. Я знаю, знаю. В обычных условиях нет, но это необычные условия. Обалдеть. Доктор Беннер. О, нет. Так, 9-е шоссе, оно в 20 милях от 90, вот там остановка, и ты сможешь... О чем вы говорите? Я, видишь ли, довольно долго был здоровяком, вот так. И давно вы здесь живете? Ну, несколько лет, да. Это поразительно. Да. Мне уже говорили. Неужели из-за этого робота им загнали ребенка в пустыню? Не совсем. Я типа сперла кое-что с сервера Фаим. Что? Сперла? Ладно, зачем? Я сама знаю, но... Просто вы сами посмотрите. Тарлтон. Да. А зачем отключать охранные протоколы? Неужели он? Да. Да. И я о том. Он закрыл Кэпа в реакторном отсеке и пытался угнать Химеру. Ну, может, не совсем все так. Мы знаем, что реактор забарахлил, и, может быть, Кэп просил его отключить охранные протоколы и запереть Нет, дверь. Мы все слышали показания о Дне Мстителей. Тарлтон и Моника в момент взрыва были на капитанском мостике. Именно поэтому они сумели выжить. Это доказывает, что Тарлтон даже близко у капитанского мостика не был. То есть он врет. А где же остальное? Меня вышибли. Остальная часть повреждена. Да. Слушайте. А если Мстители подставили? А? Тарлтон, а им? Это их лекарство. И я... Здесь что-то не сходится, что-то не так. Я чувствую. А вы? А я-то думал, что ты воровка, решившая стащить щит Кэпа. Ну... Я подумала... Вдруг мистер Старк поможет. В смысле, вся система на его технологиях. Если кто их взломает, то это да. Он, да? На 9-м шоссе есть остановка. От нее двигайся на восток и встретишь моих старых друзей. Они помогут. Мария хорошая. Скажи ей, что от меня, и покажи ей все это. Вы же видели запись? Признали, что-то не так. Прости, я не могу помочь. Хотел бы, но не могу. Но вы же доктор Брюс Беннер. Один из величайших умов наших времен. Каких еще умов? Ты что несешь? Мы такое натворили. Ты не понимаешь, как это опасно. Тарлтон зовет таких, как я, нелюди. Говорит, что мы больны. Опасны.
безумны. Что наша болезнь убьет нас в итоге. Ну, а я не верю. Я сама найду мистера Старка. Подожди, я... Я тебя подброшу.